Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Панорама недели». В начале выпуска предлагаем вашему вниманию информацию с планерки городского совета, состоявшейся сегодня, в понедельник, 12 февраля. На планерке были подняты контрольные вопросы, в том числе о том, что организовано освещение посадочной площадки на автовокзале. Говорилось о подготовке проекта новой сливной станции, разработкой которого занимается фирма «Гидропроект». По приблизительным подсчетам, строительство обойдется в 756 миллионов рублей. Была затронута проблема нарушения правопорядка на дискотеках в Доме культуры и зооветеринарном колледже. Решено сделать представление по ДК Виктору Александровичу Облогину, по зооветколледжу Юрию Васильевичу Табакаеву. Следующий наш сюжет связан с проблемами уличной торговли, которая с некоторых пор стала в России делом привычным и для некоторых россиян жизненно необходимым. Многим горожанам хорошо известен небольшой рынок перед магазином «Виктория», что на Жилмассиве. И все бы хорошо, удобно и жителям, и тем, кто торгует, есть спрос и предложение. Но постепенно появляются взаимные претензии, которые приводят к открытому противостоянию. А в этом случае дело дошло до битья стекол. Основными участниками конфликта являются некоторые жители ближайших домов и люди, стоящие за прилавками этого небольшого рынка. Я сейчас в данное время ребенок дома, и я его на улицу не боюсь отпустить. Он просит, а здесь куда? Кругом машины, и там машины, и здесь машины. Они даже к подъезду подъезжают. Вот у нас требования такие, чтобы сделали, хотя бы обгородили нам, здесь площадку бы сделали. Может быть, потребовать как-то, чтобы вот этот транспорт вот здесь у них не ездил. Так они, видите, прям вот так вот. Вот так. Прям вот не здесь вот эта проезжая часть, дорога, которая, значит, по которой могут заезжать на эту территорию спецмашины, то бишь с хлебозавода, машины с товаром от нашего магазина и Катюши с торца. Значит, стояли знаки, запрещающие въезд на эту территорию постороннему автотранспорту. Знаки эти уже дважды и вырывались, и сламливались, и не знаю, с какой силой там их убирали, эти знаки. Все это ликвидировано. ГАИ, значит, один раз поставила, два раза поставила. Первое время после принятия постановления в прошлом году были рейды с милицией, значит. Почему высказываются так? Потому что машины ходят по двору. Дорога рядом, вот в 47-й магазин завозят продукты. Вы же видите, или, ну вы видели, вот там прекрасная дорога. А почему-то едут по нашей дороге, по нашему двору. Машины, вот остановка рядом тоже для машин, останавливаются. Ставят в нашем дворе, и в результате у нас ни двора, ни пешеходной дороги. И, конечно, жильцы недовольны. Мы недовольны тем, что ездит транспорт. Если бы этого не было, никто бы слова не сказал. Однако можно понять и продавцов. В современных условиях многие просто вынуждены заниматься торговлей, чтобы иметь средства к существованию. Но люди поднимают, ну, как сказать, вопрос о том, чтобы здесь вообще закрыть этот базар, чтобы здесь только сидели одни бабушки там туда-сюда. А людям работать так нет, здесь люди заняты. А кто не работает, тот и поднимает эти вопросы. Потому что им самим то ли завидно, то ли что, прям стекла даже бьют. До того дошло, что стекла бьют. Было так, что подъезжаю я к этому, к базару, подъезжаю к базару на машине разгружать товар. Подошла женщина, встала, три женщины, домком вот из этого дома. Встала, короче, посреди дороги и специально стоит, не пускает. Я им, ну, показываю, что типа отойди. Она берет, размахивается и сумкой прям по стеклу ударила. Стекло стоит 3 миллиона. Ну, а покупатели здесь идут спокойно, потому что спрос пользуется, все люди берут. Если люди берут, значит, это нужно все возить, чтобы все было это самое, ну, здесь, на базаре. А если закроют, то люди будут через весь город таскаться на тот базар же, что ли. Да, эти же бабушки сами же потом будут бегать на тот базар. Бегать, сами себе хуже делают. От ГАИ начальников вот привезли, они там толпа стоит. Но они там думают, что там загрязняют воздух, там прочее. Вон там он кочегарка, вот сними ее. Она намного больше, вот сюда отойди. Она же намного больше, допустим, машин загрязняют воздух, чем там несколько машин подъехали, которые. А их три сейчас заработали. А их три, да.
А эти машины, они намного меньше загрязняют воздух. Вот они штуки по воздуху, вся это самое, окружающую среду загрязняют. Там какой-то начальник подошел, типа здесь по тротуарам ездит. Но это уже правильно, это уже проблема ГАИ, что по тротуарам ездили. Сделайте бордюр, допустим, вот как около гастронома, он там на мебельный бордюр сделает, уже никто не ходить, не ездить не будет, не убегать на проезжую часть. И вот 6 февраля на рынке прошла встреча представителей муниципальных служб и администрации города с противостоящими сторонами. Во время этой встречи выяснились и другие обстоятельства, осложняющие работу рынка. Дело в том, что, согласно распоряжению городской администрации, территория, на которой он находится, закреплена за магазином «Виктория». И именно магазин несет ответственность за порядок и чистоту. На вполне законных основаниях магазин взимает плату за торговое место. И вот здесь опять возникают взаимные претензии. Эти места грязные, антисанитария. За нас берут 5000 ежедневно, чтобы убирали, это мясо. Эти места грязные, извините. Ежедневно снимают за место 5000 ни за что. Не подметая. Уборку территории вот на базаре делает человек закрепленный, но он как-то по утрам чаще всего делает. А вечером, когда весь базар уйдет, закроется, ребятишки все порастащат везде. Они ведь убирают только вокруг своей территории, а ребятишки растащат по всему двору вообще, и в результате у нас хлам получается. А иногда мусор они сваливают прямо там вот. Ямы выдолбили машинами, колесами машины, и туда сваливают. Часто мясо споласкивают, все эти помои льют тут же рядом с нашим домом. За места вы будете платить? Да, это наша территория, и мы ее откупили неизвестно на какое время. И, в общем, непонятно. Территория за нами закреплена. Документы получены со 2 февраля этого месяца. Территория закреплена как санитарная зона, прилегающая к магазину. На этой территории постановлением горосполкома еще с прошлого года и позапрошлого торговля запрещена. Запрещена торговля мясной продукцией, молочной и другой продукцией, кроме овощей сезонных. Вот, значит, постановление вот в этом выданном от 29.01.96, оно идет, 2/15. Значит, 4-й пункт стоит: закрепить во временное пользование земельный участок площадью 725 квадратных метров для осуществления сезонной торговли ТО «Виктории» и местной овощной продукции. Содержание его в надлежащем санитарном состоянии и с освобождением от уплаты налога. Вот именно вот с этой площади, 725 квадратных метров. Вот здесь четко написано: местной овощной продукции, горожан и ТОО «Виктория». Другая торговля здесь запрещена. Молочная продукция мы торгуем. Мясная продукция продается в соседнем доме через дом. Магазин Капторга. Капторга сейчас, республиканского потребительного общества. Там есть мясной магазин. В нашем районе магазины, обеспечивающие молочной продукцией и мясной продукцией. Санэпидстанция ставит вопрос, потому что не разрешено торговать на улице. Значит, молочная продукция без разрешения санэпидстанции, она у них без документов. Почему торгуют колбасой на открытом воздухе, рядом лежит рыба, мясная продукция лежит, кондитерские изделия лежат. Понимаете, это по санитарным нормам. Город у нас большой, так? Большой город. У нас есть один крытый рынок, на котором 20 мест, и за которым ежедневно нужно платить 60 тысяч за место, чтобы поторговать мясо, правильно? Здесь, значит, запрещено, а людям удобно. У нас, во-первых, дешевое мясо, дешевле всегда, чем на рынке, раз. А во-вторых, здесь удобно, очень большой жилой массив. Дальше. И ни один человек не жаловался, что мы торгуем мясом. Антисанитарии у нас нет. Всегда чисто. Санитарные книжки есть. Все есть на мясо. Нам запрещают торговать. Понимаете, у меня вот единственный вопрос. Почему нам запрещено здесь торговать мясом? Я вам отвечаю, что я вот подошел к жителям сейчас, вот тоже спрашивал. Вы говорите, никто никаких замечаний не имеет. Да. Наоборот, у жителей большие есть претензии, что вы чурки, на которых вы рубите мясо, вы их на ночь оставляете здесь, что здесь вот эти бегают собаки, кошки, там все, что страшная антисанитария. Территорию за собой тоже не убираете. А почему мы... Послушайте. Хорошо. Какой-то погоды вы в реализации мяса по городу у нас абсолютно никакой не решаете, потому что вот жители вот только что говорили, абсолютно рядом
кооперативный магазин, номер 4 или 5, значит, там все. Пожалуйста, там есть холодильники, там есть все, значит, там, для реализации мяса. Мясо рубят на одной чурке, они же эту чурку уходят, когда они ее не прикрывают, а тут полно собак, да и ребятишки бегают, они по этим чуркам прыгают, на следующий день приезжают, начинают мясо рубить, опять же, на этих грязных чурках. Или как-то бы они с собой свое привозили что-то, или подстилали хотя бы. Ну, вообще, конечно, иногда мясо продают здесь непроверенное, я сама вот, например, брала. 20 марта торговля скоропортящимися продуктами, к которым относится мясо, в связи с тем, что будет уже очень это тепло, на улице будет запрещено. А если у нас на улице находятся холодильники? А где у вас холодильник? Ну, если холодильники, все документы, если весь у нас стационарный, промышленный холодильник. Да, у кого есть холодильник, тем будет разрешено. Но для этого надо получить разрешение специальное. Подождите. Но я знаю, что сегодня наши работники центра саннадзора здесь вот рейд проводили, значит, на четверых за то, что вот вы говорите, у нас все-все-все есть. У кого-то не было спецодежды, у кого-то не было книжек, у кого-то отсутствовали документы на продукты, составили 4 протокола там все. А что? Почему? А кто страдает? Как? Я говорю, с 20 марта, сегодня какое? Сегодня 6 февраля. Как-то раз в неделю найдите возможность позвонить мне и сказать, порядок, непорядок здесь. Понятно? Вот, в апреле месяце дополнительный сбор в этом районе тогда. Чем же все закончилось? Требования всех сторон в определенной степени признаны справедливыми. Поэтому городской автоинспекции поручено упорядочить движение транспорта и установить в определенных местах ограждения. Магазину «Виктория» в обязательном порядке обеспечивать поддержание чистоты на закрепленной территории. Службе санэпиднадзора проконтролировать соблюдение санитарных норм. Городские службы озадачились решением еще одной проблемы. Ни для кого не секрет, что торговый люд иногда просто вынужден использовать подъезды ближайших домов не по назначению. Одним словом, требуется соорудить туалет общего пользования. Ну а если заглянуть немного в будущее, то весной ожидается начало реконструкции центрального городского рынка, в результате чего он будет перенесен на подготовленную площадку напротив магазина «Радуга». И вот тогда возле «Виктории» мы должны будем увидеть только лишь бабушек, торгующих помидорками, огурчиками, яблочками из собственного огорода. Когда мы смонтировали сюжет о проблемах рынка на жилмассиве, то думали, что вернемся к нему не раньше апреля. Но посетив сегодняшнюю планерку, поняли, что вопрос о работе рынка остается открытым. Здесь возникла острая дискуссия между конфликтующими сторонами. Однако Виктор Александрович Облогин предложил компромиссное решение. Предложение вот это принято, наверное. А это, да? Нам надо делать его филиалом. Я сегодня вызову совета директора рынка сюда, рассмотрю с ними. Пусть они посадят дополнительного человека на это дело. Он следит за ними. Отметку мясоконтроля прошли на рынке. Приехали сюда, пусть они поторгуют. С клеймом нормальным, хорошим мясом. Зима, сегодня мух нет, говорит, удобно для человека, вышел, взял это мясо. Это удобно пока до весны. Вот. Весной там свои требования надо будет. Холодно. Этого никто не отрицает. Давайте так. Одним из результатов этой встречи явился рейд, проведенный 8 февраля сотрудниками городского центра санэпидсовета. Несмотря на то, что продавцы утверждают, что у них в порядке все документы и продукты, специалисты центра выявили грубые нарушения санитарных норм. Так, у многих продавцов не оборудовано рабочее место, в результате чего мясо хранится на земле, чурки для рубки мяса не обрабатываются. Сотрудники центра так и не смогли узнать у продавцов, где и в каких условиях они хранят мясо и другие скоропортящиеся продукты. В ходе рейда также были выявлены фиктивные ветеринарные свидетельства. Одним словом, работать есть над чем. И еще одно сообщение из городского центра санитарно-эпидемиологического надзора, где 9 февраля состоялось расширенное заседание санэпидсовета. В работе заседания приняли участие главный врач республиканского центра санэпиднадзора Анатолий Иванович Коробко,
заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Надежда Михайловна Алтайчинова, главные врачи Республиканской больницы, Республиканской детской больницы, родильного дома и заведующие отделениями хирургического профиля Республиканской больницы. На заседании говорилось о том, что больницы лишь на 50-60% обеспечены требуемым количеством медицинского инструментария, шприцов, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. Это является причиной роста внутрибольничных заболеваний, в частности, гнойных инфекций. На этом же заседании обсуждался вопрос о бедственном положении с питанием в больницах города. Рассмотрев эти вопросы, Совет поставил в известность о сложившемся положении правительства республики и попросил его оказать экстренную финансовую помощь. В Республике Алтай идет акция сбора подписей против войны в Чечне. Инициатива проведения данной акции была предложена на встрече учителей Майминского района с председателем правительства республики Владимиром Ивановичем Петровым 1 февраля. По сообщению Республиканского совета профсоюзов, учителя знают о подобной инициативе губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, но прямой связи между этими акциями нет. По приблизительной оценке собрано уже около 5000 подписей. В среду, 14 февраля, Владимир Иванович Петров доставит собранные подписи президенту России Борису Ельцину. Раз уж мы заговорили о Чечне, я надеюсь, вас заинтересует следующая информация. Вчера, 11 февраля, радиостанция «Немецкая волна» сообщила, что Джохар Дудаев и его правительство возбудили уголовные дела против президента США Билла Клинтона и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дудаев обвиняет Клинтона и ОБСЕ в том, что они своим молчанием способствуют проведению политики российского руководства, которая, по словам Дудаева, влечет за собой нарушение прав человека. Важно сегодня под многими наслоениями узнать, разглядеть истинное родное лицо России, и не только разглядеть, но и познакомить подрастающее поколение с нашей историей, с предметами быта, которыми пользовались наши предки, и сохранить то немногое, что нам досталось, что пришло к нам из глубины времен. Это хорошо понимают в одной из городских школ. Посмотрите сюжет, который мы сняли в городской школе номер 4. В городской школе номер 4 создан музей «Русская изба». Мы встретились с директором музея Людмилой Архиповной Жуковой. Людмила Архиповна, расскажите вкратце, как возникла идея создания музея «Русская изба»? Наша школа стала школой, русской национальной школы. А в такой школе музей необходим, потому что это место, где находятся те вещи, которыми пользовались наши предки, которые являются нашей историей. Вот поэтому возникла такая идея. Экспонаты для музея собирались по крохам. Что-то находилось на чердаках и в сараях, что-то приобреталось у стариков и старушек. Кое-что принесли сюда и сами учителя. Это вышитые крестиком картины и полотенца, старинная домашняя утварь и посуда и другие предметы быта, вещи, доставшиеся от бабушек и прабабушек. В школе стало доброй традицией устраивать выставки детского прикладного творчества. Так в музее нашли себе место экспозиции под названием «Кукла. Душа материнского рода», «Яйцо. Писанка», «Выставка картин из соломки». Каждая вещь, представленная в музее, это частица нашего прошлого, и каждая вещь имеет свою историю. Людмила Архиповна показала нам свое недавнее приобретение – металлический колокольчик. Видно, что предмет этот довольно древний, но вот назначение его
неизвестно. Может быть, кто-то из телезрителей поможет музею разгадать эту загадку. Нас пригласили на традиционный праздник Масленицы, который состоится в школе номер 4 24 февраля. Тогда мы более подробно расскажем вам и о работе музея «Русская изба». Девятого февраля в здании Республиканской филармонии состоялось заседание коллегии Комитета по культуре. В повестке дня, наряду с общими вопросами, прошло рассмотрение списков, представленных к наградам и званиям Российской Федерации и Республики Алтай в связи с празднованием 240-летия добровольного вхождения алтайского народа в российское государство. Как бы ни было благополучно или неблагополучно общество, жизнь без проблем, наверное, невозможна. И хотя так или иначе нам придется освещать наши проблемы, сегодня от рубрики «Проблема номер один» мы переходим к рубрике «Вопрос недели». Как вы проводите свое свободное время? С таким вопросом мы обратились к людям на улицах нашего города. Скажите, как вы отдыхаете, как проводите свободное время? По-разному, в зависимости от обстоятельств. И весело, и грустно. Весело это как? Ну как, одноклассники собираемся с друзьями. Много, но... А выходные дни? А как получится, когда в деревне, когда дома. Сейчас дома, дочь маленькая, дома обычно собираемся. Обычно у меня или у друзей. Как время есть? Ну с внуками. Знаете, занятия там, за ним помогаю выполнять. Ну и все, телевизора больше, какое занятие? Около телевизора просидишь, спать, утром опять на работу, вот и все, весь отдых. Да вообще-то мы сейчас мало отдыхаем, все больше работаем, потому что отдыхать-то не приходится. Все свободное время занимает. Уходит на это, да, на это создание. Время. Читаю книги. Спасибо. Ну, выходим куда-нибудь, стараемся как-то сходить. Ну, студенты, времени не хватает, особенно все равно занятия за учебой. А вообще у нас есть куда пойти в городе? Ну, так особо и некуда пойти. Да кроме дискотеки, ресторана, куда будешь сходить? Ну, не знаю, читаем, в кино ходим. Ну, в зависимости от свободного времени, от наличия денежных средств, нет погоды. У меня нет свободного времени. Да, учимся. Ну совсем свободного времени нет. Ну почему есть? Ну как развлекаетесь? Как отдыхаете? Ну вот прогуливаться вышли. Свободное время? А как играем? Играете? Да. Какие игры? Ну играем телевизионные игры, приставки есть. На улице играем, катаемся. Выхожу и дышу свежим воздухом. И неплохо, да, получается. Приглашаем к экрану тех, кого заинтересовала рубрика «Радиоперехват». To the Voice of America in Russian. В эфире «Голос Америки». Премьер-министр России Виктор Черномырдин отверг слухи о том, что он будет уволен, и сказал, что экономические реформы в России будут продолжаться. Российский глазной врач Святослав Федоров включился в борьбу за пост президента России. Liberty Life, свобода в прямом эфире. Из комиссии по правам человека при президенте России вышли еще 5 человек.
Вы слушаете радиостанцию «Немецкая волна» из Кёльна. Быть министром иностранных дел – это катастрофа. Для дипломатической карьеры. Это и вершина, но это и катастрофа. Потому что я сейчас, вот уйдя с поста, не могу заниматься своим профессиональным делом. Я не могу заниматься дипломатией в лучшей стране. Я не, уже не дипломат, я не нахожусь на дипломатической службе. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Вследствие необычно холодной погоды и нехватки корма, тысячи лебедей, живущих на Балтийском побережье Эстонии, оказались под угрозой. Из-за суровых морозов прибрежные воды замерзли, и места, где кормятся лебеди, оказались под льдом. Российский министр экономики Евгений Ясин выразил озабоченность по поводу экономического и политического будущего России. Выступая в Давосе, Швейцария, на международном экономическом форуме, Ясин заявил, что если президент Ельцин увеличит расходы, чтобы удовлетворить избирателей, может произойти рост инфляции. Слушайте «Голос Америки» из Вашингтона. Папа Римский Иоанн Павел II сократил во вторник свой визит в город Эскипулос в Гватемале, по-видимому, из-за плохой погоды. Папа Римский прибыл в этот город на военном вертолете из столицы Гватемалы, но был вынужден сократить визит на 3 часа из-за сильного ветра и необычайно низкой температуры. Папа Римский Иоанн Павел II совершает 7-дневную поездку по странам Центральной и Южной Америки. Информация из пресс-центра МВД Республики вас познакомит Дмитрий Кобзев. Отряд воинской части 5549, как обычно, нес службу в ночное время по охране общественного порядка в городе Горно-Алтайске. В районе общежития педучилища солдаты встретили пьяных парней, грубо нарушавших нормы поведения. На вполне резонное замечание хулиганы бросились в драку. Одному из военнослужащих нанесли тяжелые повреждения, после чего бросились на утек. Первый из нападавших был задержан сразу, второй – несколько позже. Сейчас выясняются точные обстоятельства происшедшего. В другой зимний вечер на посту ГАИ на перекрестке у мебельной фабрики дежурили инспекторы дорожно-патрульной службы Роман Паршин и Андрей Худяков. Проходившие мимо белые «Жигули» вызвали подозрение – слишком загружены. Остановив машину, милиционеры заглянули в салон и багажник автомобиля. Причиной перегруза оказались мешки с сахаром, на которые у водителей и сопровождавшего его пассажира документов не оказалось. При проверке выяснилось, что сахар этот был попросту украден. Его перегрузили с оставленного без присмотра грузовика. Любители сладкой жизни находятся под следствием, а помогли раскрыть это преступление профессиональные и грамотные действия сотрудников ГАИ. В городских автобусах нет-нет, да и прорежут сумку или пакет у обеспеченного пассажира. В конце января жертвой карманников стала пенсионерка, в кошельке у которой было всего лишь 46 тысяч рублей. Будьте внимательней, оберегайте свои деньги от чужих и жадных рук. А теперь информация о работе пожарной части. На прошлой неделе, 5 февраля, в жилом доме по улице Красноармейской произошел пожар. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Огнем повреждена часть потолочного перекрытия. Только в результате своевременного сообщения в пожарную часть было спасено все имущество и дом граждан, проживающих там. Сотрудниками Государственного пожарного надзора за прошедшую неделю была проведена определенная работа. За несоблюдение правил пожарной безопасности к
административной ответственности было привлечено 10 человек. Отключено 10 участков электрических сетей, находящихся в пожароугрожаемом состоянии. Дорогие телезрители, еще раз хочу напомнить вам о необходимости систематически контролировать эксплуатацию печей. Проверяйте отопительные печи и устраняйте все неисправности, обнаруженные при этом. Эта своевременная забота поможет сохранить вам жилище от огня. С новостями спорта вас познакомит Дмитрий Молчанов. В городе Красноярске со 2 по 4 февраля проходил чемпионат Сибири по дзюдо среди юношей 1976 и 77 годов рождения. В весовой категории до 56 кг студент Горно-Алтайского педагогического колледжа Сергей Субботин занял 7 место. Участвовавший в этих соревнованиях наш дзюдоист Андрей Снегирев во время схватки получил травму, тем самым проиграв чемпиону России Дмитрию Келиванову. 10 и 11 февраля в городе Горно-Алтайске в спортивном зале автоколонны 19-31 проходили соревнования по самбо на первенство Республики Алтай. В состязаниях принимали участие команды борцов из Горно-Алтайска, Маймы, Турачака, Улагана, Усть-Коксы, Ангудая и Алтайского края. Открыл соревнования председатель Республиканского комитета по туризму и спорту Альберт Николаевич Толкачёков. Флаг соревнований поднимал мастер спорта международного класса Эрнар Акеев. Финальные схватки самбистов, проводившиеся в воскресенье, определили победителей. Чемпионами Республики Алтай по борьбе самбо стали среди юношей в весовой категории до 45 кг Иван Хазов с Красногорского района, до 48 кг Аркадий Сурасманов, Усть-Кан, до 52 кг Эжер Семендеев, Горно-Алтайск, до 56 кг Евгений Белеев, Улаган, до 60 кг Андрей Мундусов, Ангудай, до 65 Илья Сыркин, Майма, до 70 кг Дмитрий Архипов, Бийск, до 74 Семен Идт, Бийск, до 81 кг Андрей Чукин, Бийск. Среди мужчин весовой категории до 52 кг Эмиль Меркитов, мастер спорта международного класса, до 57 кг Эрнар Акеев, мастер спорта международного класса, до 62 кг Эзен Семендеев, мастер спорта, до 68 кг Олег Качашев, мастер спорта, до 74 кг Амат Шлыков, мастер спорта международного класса. Спонсорами первенства были фирма ТААЙ, малое предприятие «Акчичек», Федерация самбо, Республиканский комитет по туризму и спорту. Прошедшие выходные дни в пятый раз проводятся ставшие уже традиционными соревнования по горнолыжному спорту на приз Геннадия Васильевича Мартынова, тренера одного из основателей горнолыжной школы в Горном Алтае. В соревнованиях участвовали 94 горнолыжника. Среди них были представители Белокурихи, Барнаула, Рудника Веселый и города Горно-Алтайска. В субботу участники соревновались в супергиганте, в воскресенье – в славангиганте. Победители в супергиганте стали среди старших юношей Никита Лузанов, в старшей группе Михаил Кесель, в средней группе Василий Яблонцев, среди девочек Наташа Косова. Все спортсмены из Горно-Алтайска. В славангиганте победили из юниоров Михаил Кесель, Горно-Алтайск, старших юношей Роман Соловьев, Белокуриха, из средних юношей Василий Яблонцев, Горно-Алтайск, из младших юношей Сергей Нестеров, Горно-Алтайск, из старших девочек Наталья Косова, Горно-Алтайск, из младших девочек Рита Поцелуева, город Горно-Алтайск. Победителем среди ветеранов горнолыжного спорта стал Модоров Николай. Победителями
Победителям были вручены грамоты, денежные и ценные подарки. С 8 по 11 февраля проводилось командное первенство города по шахматам среди школ и детских коллективов. После соревнований мы встретились с председателем Республиканской шахматной федерации, руководителем шахматного клуба городского центра детского творчества Ченцовым Юрием Терентьевичем. Командное первенство города Горно-Алтайска среди школ и детских коллективов является календарным мероприятием и проводится у нас ежегодно. Ну, цель одна – повышение спортивного мастерства шахматистов и выявление сильнейших команд и участников. В соревнованиях приняло участие 10 команд из 6 школ города. В итоге упорной борьбы четырехдневной места распределились следующим образом. Первое место и звание чемпиона города завоевала команда школы номер 1. Второе место заняла команда республиканского лицея. И третье место команда средней школы номер 4. Эти три команды вышли финал города по шахматам среди взрослых коллективов, который начнется ровно через неделю. В составе каждой команды выступали по два мальчика и одной девочки. В личном зачете на первой доске первое место занял Домино Владик из республиканского лицея. Второе место у Саши Хотнева, школа номер 4. И третье место у Юры Зяблицкого, школа номер 1. Здесь также следует отметить выступление Кирюши Евтушенко из первой школы за вторую команду. Ему только всего полочка не хватило, чтобы выполнить норматив первого спортивного разряда. А вот Рома Гоц, выступавший за третью команду первой школы, сумел выполнить норматив второго спортивного разряда. На второй доске первое место занял учащийся первой школы Женя Данилов. На втором месте учащийся школы номер 6 Юра Легких. И на третьем учащийся на национальной гимназии Амаду Майманов. На доске девочек первое место заняла учащаяся 10 класса первой школы Аня Басаргина. Второе место у Оксаны Сапоновой. И третье место заняла, третье и четвертое место разделили Аня Сахарьянова, выступающая за вторую команду первой школы, и Зарина Белиекова из республиканского лицея. Вот таковы итоги выступления ребят и команд на этих соревнованиях. И в завершении программы прогноз погоды на предстоящую неделю. А я с вами прощаюсь. До свидания. Межень. Так по-народному называют февраль. Межа между двумя временами года, между зимой и весной. Еще его называют лютень. Погода прошедшей недели данные приметы и подтверждает. Если в первые дни недели по ночам стояли довольно крепкие морозы, столбик термометра понижался до 21-35 градусов, то дневные температуры в большинстве дней были выше нуля. А 10-11 февраля положительные температуры отмечались по всей республике от плюс 1 до плюс 8. Такой вынос тепла был вызван выходом теплого глубокого циклона с побережья Черного моря. Его прохождение по республике сопровождалось выпадением мокрого снега, метелями, усилением ветра. В тыл южному циклону смещается холодный антициклон с европейской части России. Начало текущей недели ожидается холодным. Ночные температуры понизятся до 35-30 градусов, местами до минус 38.
Днем будет не выше 20-25 градусов мороза. Во второй половине недели вновь потеплеет и ожидается неустойчивая погода с осадками.